«Хочу жить, Боже». Открытие Божьего призвания. Путешествие к полноценной жизни. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Я часто вижу в кино, что, когда учатся стрелять из огнестрельного оружия, говорят так. Представь, что пистолет – это продолжение руки. Наверное, это так. Честно, я никогда оружие не держал в руках. Поверю на слово. Я больше могу сказать из личного опыта за искусственный интеллект. Он, в отличие от фантастики, становится продолжением, восполнением человека в цифровом мире. Человек не умеет рисовать, но есть идеи. Искусственный интеллект поможет с таким рисунком. А если не умеет писать, но есть идеи, поможет реализовать и написать, а писать эти идеи в книгу. Так работает искусственный интеллект. Он не может без человека. Он дополнение, продолжение его. Если у вас возникает в разуме и в чувствах «хочу жить», то Бог ждет вас. «Хочу жить». Друзья, как хочется жить! Эта проповедь возникла сегодня, во время хвалы и поклонения в церкви. Как хочется жить! И не просто существовать и дотягивать с утра до вечера, а жить, мечтать и двигаться вперед. А ведь для этого и пришел Господь. Он пришел вытащить нас из суеты, греха и страха и вести за руку в свою новую жизнь. Когда я говорю Богу «хочу жить», Он говорит «пошли, пошли со мной». Присоединяйтесь к нам в духовном приключении, когда мы исследуем, что значит жить с Богом. Господь призывает нас просто жить, но жить с Ним. Если необходимо, Он сам призовет нас, дав нам сильное желание служить Ему, которому никто не сможет сопротивляться. Но это будет легко, так как Он никого не принуждает. Подпишитесь, чтобы получить больше контента о жизни в свободе и без осуждения. Отвечая на призыв Бога, принятие жизни с Божьей целью. Как приятно! В возрасте 50 лет, посидеть на детской площадке с внуком, посмотреть на детей, как они играют, а после представить, как они могут иметь семьи и будут так же, как и их родители, быть на детской площадке и смотреть, оберегать своих детей и внуков. Но между этими детьми на площадке и их внуками проходит жизнь. И не все доходят до детской площадки с внуками. Внуки – это благословение от Бога. Но в этой дороге времени что-то происходит, что просто выкидывает на обочину людей, изменяет их. Их решения, характеры, поступки. В течение нашей жизни проходят очень многие проблемы в нашу жизнь и пытаются поломать нас. И частично это получается. А это грех, немощи, болезни, нищета, беззаконие и наказание. Это то, что приходит в нашу жизнь и меняет наши мысли и поступки, даже толкает человека на преступления против своих ближних. Смотришь на мальчика, но через 40 лет он может быть бомжом. Смотришь на девочку, а она может плохо выйти замуж и иметь семейное насилие, когда муж пьет, или гуляет. Страдать всю жизнь. Разве для этого Бог дает жизнь, и у нас появляются дети и внуки? Непроизвольно появляется молитва. Молитва шепотом за этих детей, чтобы Бог их сохранил. И чтобы в жизни у каждого из них исполнилось то, что Бог для них приготовил, Его воля. Сильные мужья и отцы, любящие и счастливые матери, бабушки. Но здесь, на детской площадке, как хочется жить. Хочу жить. И тут вспоминаю Иисуса Христа. Открой мне Евангелие от Иоанна 3 глава, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это Евангелие от Иоанна 3 глава, 16 стих. «Отделить от нас грех. Бог, Отец Небесный, отдал Сына Своего, чтобы мы не шли и не были поломаны грехом, а Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен. Так он не отверзал уст своих. Это книга Исаия, 53 глава, стихи с 4 по 7. Да, Иисус Христос пришел для того, чтобы отделить от нас грех и его последствия. Но неужели только отделить? А дальше как жить? Как жить и что делать, когда пришел к Богу, Его Церковь? Пришел. Откроем первое послание Петра, 2 главу, стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы и вы исцелились». Это 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Друзья, Иисус не только защитил, освободил нас от греха, но еще и хочет, чтобы мы жили для правды. Прийти в Его Церковь – это только полдела, а дальше жизнь. И не только нам этого хочется, но этого хочет и Господь. И именно для этого Он и вознес телом Своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Жили, друзья, жили. Жить в свободе. Когда мы пришли к Богу, мы и Бог хочет, чтобы мы жили в свободе. Иметь семьи, мечты, стремиться к чему-либо в своей жизни. Бог нас освободил от закона греха и смерти. Интересно, оказывается, существует целый закон, закон греха и смерти. Что это за закон, который мешает нам жить вместе с Богом? Одно из препятствий – это когда мы ищем грехи в себе. Вместе с тем, иногда это трудно. Тогда мы переключаемся на братьев и сестер, потом на соседей и так далее. Искать грех, размышлять о грехе. Хватит. Мы не должны тратить время на чтение Библии и размышлять о грехе. Давайте читать Библию и размышлять о правде, добрых делах, Иисусе Христе. Вдобавок, давайте размышлять о Духе Святом, который сегодня с нами и в нас пребывает. Именно Он помогает и ведет нас в жизни по Духу, именно Дух Святой. А вас ведет Дух Господень? Если да, поставьте лайк под записью. Раскройте свою страсть к Богу. Примите жизнь, полное удовлетворение. Закон Духа жизни. Бог приглашает нас во Христе Иисусе к жизни с Духом Святым. Это называется закон Духа жизни. Что это за жизнь и к чему она ведет? Это жить. Просто жить, но с Богом. Да, просыпаться, идти на работу, будить детей и собирать их в школу, а по воскресеньям идти на собрание, встречу с Богом, всей семьей. Жить, искать добра, воспитывать детей, общаться с братьями и сестрами, и это все вместе с Богом, Духом Святым. Хочу жить с Господом Иисусом Христом. Хочу жить. Живите с Господом Иисусом Христом. Это была маленькая, первая часть. За ней будет вторая. А вообще, это проповедь на 4 видео. Хочу жить. Так живи вместе с Богом в Его полноте. Вторая. Кто я? Баптисты, пятидесятники или ты харизмат? Третья. Сплетник, скрытый враг церкви. Четвертая. Церковь Иисуса Христа и Церковь Давида. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Слово Божье о нашей жизни с Богом. Более того, мы еще много будем говорить на темы церкви, молитвы, Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь, рассказать друзьям. В результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. С вашего позволения, сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение от Духа Святого», то, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.